У нас уже є гостя, яка буде говорити з нами на заявлену тему. Ви не знаєте, а я з самого початку оголосив опитування в Твіттері, Твіттер Кутєпова. Туди ви можете слати ваші варіанти, де відпочивати людям, які звикли відпочивати в Криму. І в нас в гостях поетеса Лала Тарапакіна. Вона одна з організаторів проєкту «Знайдено в Україні». Розкажіть, доброго ранку вам. Доброго ранку. Ви переживаєте трошки? Ні, я не дуже переживаю. Я як-то... Я больше переживаю, не блестит ли у меня нос, чем за что-то другое сейчас. Пишите ваши комментарии, якщо що, ми передамо. Спасибо вам большое за помощь проекту, потому что действительно мы хотим сделать его интерактивным, чтобы как можно больше людей со всех уголков Украины рассказывали нам, куда нам стоит приехать и что нам нужно полюбить. Проект был создан как некая гражданская инициатива для того, чтобы... разведать, какие есть места в Украине, где можно было бы отдохнуть с семьей или с любимым, или с друзьями. Я не могу сказать, что это вот такая полностью альтернатива Крыму. Это скорее нужно для того, чтобы мы поняли, где чистый воздух, где хорошее море, где можно побегать, попрыгать, где можно затаить дыхание, где можно удивиться, посмотреть, насколько прекрасна наша страна и полюбить ее снова. Слушайте, а есть еще такие локальные, маленькие местинки, знаете, вот даже взять, ну, грубо говоря, там Киевская область, какой-то район, там Бориспільський, есть какая-то такая галявина, куда, ну, там ездят, да, в принципе, туристы на майские, шашлык есть, но мало кто про них знает, да, то есть это какие-то люди знают. Вы тоже будете такие местинки отмечать? Ну, мовно кажучи, знаєте, якась гарна, не знаю, там, може, з виглядом на Дніпро якась, якийсь берег, щось таке. От. Ми очень за такі міста, і іменно з цих міст буде состояти наш проект в основному. Тому що, ну, секунду, ви чуєте? Тобто, якщо у вас є повідомлення саме про такі конкретні місця, да, а не просто там їдьте в Скадовськ, там, чи їдьте в Генічськ, ви якось, я не знаю, шліть, може, GPS-координати, чи як це можна? Да, ми предварительний маршрут, звісно, составили, пользуясь помощью местних жителей всіх регіонів України, для того, щоб зрозуміти, куди нам їхати в первую очередь, и что показывать. Ну, многие знают Синевир или Шацкие озера, но, например, Белые озера, в которые мы едем в первую очередь, знает мало кто. Или вот такие полуныны. А где это Белые озера, хочешь сказать? Ха, это Ровненская область, где-то очень далеко. То есть из таких мест мы и хотим составлять нашу поездку, чтобы это были, ну, действительно открытия. Какие-то новые дивовижні места. Не обязательно те, где есть инфраструктура, отели, массажи, спа. Это будут разные места. Ну, массажи, спа тоже, да? Люди нам писали, что вот шкода, что в Одессе цей готель с дельфинами дуже дорогий. Что кстати, туда можно ехать. Именно управляющий отелем с дельфинами очень помог нам в нашей поездке Фазиль Аскеров. Он знает Карпаты как свои пять пальцев. И он рассказывал нам о тех местах, куда нам обязательно стоит приехать. При этом, живя в Украине, большинство из нас даже не слышало названия этих мест. И помогать нам будут тоже люди не совсем обычные. Например, будет некий Мих-Мих Фіцай. Привет. Мих-Мих Фіцай? Я не знаю, как его... Мих-Мих. Привет, да. Привет. Это голова Усть-Чернянской сельской рады, который покажет нам... Михаил Михайлович, мабуть. Ну, мабуть, да, так. Да. Ну, Мих-Мих, красиво. Который покажет нам, где водится самая золотистая форель, ну и еще разные волшебные места, которых мы знаем в процессе. То есть мы открываем в процессе Украину вместе со всеми. Мы некоторые места еще не знаем даже, что нас там ждет. Вот как-то так. Хорошо, давайте про все по порядку. Ви проїдете за 3 місяці, чи за 1 місяць? За 1 місяць вас троє. Проїдете майже 10 тисяч кілометрів по Україні на автомобілі. Да. Так, розкажіть, хто це троє? Это, ну, я за рулем і тексти. Тонкий... Одновременно пробовали? Вообще-то пробовала, но, наверное, об этом не стоит говорить в прямом эфире. Но я пробовала это делать, вот, не стоит этого делать, ну, дальше. Андроидовский, я такий набір голосом, в принципе. Він, правда, білиберду набирает. Да? Да, ставите, хоп, микрофончик, и там та-та-та-та-та-та. Потом только разделительные знаки. Клац-клац. Ну, любой телефон на андроиде, там есть такой voice recognizer. Мне чехол просто понравился. Да, это корпус. Вот. Я буду делать отдельно. Тексты отдельно за рулем. Вот. Ну, а также, естественно, тонкий троллинг своей команды. Вот. Есть еще Андрей Горб. Это замечательный фотограф, который был в 40 странах мира, а в Украине еще нет. Супер. Вот. Надеюсь, он сейчас меня смотрит, собирая свои чемоданы. Привет, Андрей. И Иванка Яковина. Это художница из Ивано-Франковска. Нежная, тонкая девочка, которая снимает лучшее в мире видео.
У нее есть и свой маленький, но прекрасный проект, называется «Дороги». О нем можно почитать даже что-то на ее странице. То есть это все талантливые люди, я сейчас имею в виду Андрея и Иванку. Иванка будет снимать видео, соответственно, я так подрезюмирую. А Андрей будет снимать фотографии. По итогу мы выпустим красивую туристическую карту Украины. Я не встигаю за всіма, але от Іванки Яковини, в мене є сайт, я хотів би показати. Да? А вона вже, наверное, прийшла, судя по її босоножкам, я вижу. Да. Вона, ми з нею дружимо в Фейсбуку, вона там Іванка Кейт. Да, это она. Так хоч покажіться нам чи як, я не знаю. Ви не підлічені чи опідлічені? Привіт. А, ви з мікрофончиком, да? Ну сідайте до нас. Іра, допоможеш? Отже, сьогодні у нас в студії просто ну, свято якесь, да? Люди відправляються. Ви коли їдете? Ми їдемо сьогодні вже. Сьогодні? Тобто ви, по суті, у нас тут ну, на коня, можна так сказати. Так. Ну, прекрасно. Тоді можна не показувати твій сайт, да? Чи можна показати? Ух ти, як прикольно це що. Ну, творчі люди у нас сьогодні в студії, да. Отже, а що ти будеш робити, Іванко? Моя основна роль – буду знімати відео. І буду знімати якісь документальні відео про те, що відбувається взагалі по дорозі. І буде фільм. Заздрю по-хорошому. Я сама собі заздрю зараз. От. І фільм буде в кінці про взагалі там, результат якийсь. Наскільки там остаточний фільм буде художній, наскільки документальний, це вже буде ясно якби, ну, да. В процесі самої поїздки. От. Плюс я ще планую дуже багато да, знімати просто людей, всього, що буде відбуватися навколо, просто спостерігаючи там якісь об'єкти, локації. Ну, це надзвичайно просто має бути поїздка. Ну, прикольно. Ну, все-таки про маршрут давайте. Давайте там. Я тут альтернативні варіанти відпочинку. Поєднання води, гір, різноманітних історичних пам'яток та позначити їх на новій туристичній мапі України. Ну, да. Це хто писав реліст? Хто текстами займається? Я скажу, хто текстами займається, тому що це дуже важливо. В даному випадку реліз писала Ярослава Гресь. Це, собственно, організатор цього проєкту, чоловік, без якого би він не состояв. Ясенька, я тебя очень люблю. Вот. Это человек, который писал пресс-релиз, и она обеспечивала ну, очень много нюансов, которые касаются этой поездки. Действительно, цель такова, что мы объедем больше 20 мест Украины, начиная с Западной Украины и спускаясь вниз по краешку. Конечно же, это будет Кам'янець-Подольський прекрасно, это будет Одесса, это будет Запорожье, Днепропетровск, до этого Бирючий остров, Арабатская стрелка, потом Запорожье, Днепропетровск. И даже чудесный город Лебедин. Так что путешествие будет большим, но я называю перевалочные пункты, потому что будет еще очень много внутри всего. У нас Антон Емельянов написал в эфирную группу, что есть скайп. Скайп? Кто-то звонит в эту студию, мабуть, чтобы поставить запитание вам, я так подозреваю. Давайте, доброго ранку. Доброго ранку. Богдан, вы меня слышите хорошо? Отлично, вы только скажите, как вас зовут и откуда вы звоните. Меня зовут Наталья, я сейчас звоню из Днепропетровска. Я очень извиняюсь, что я звоню не по этой теме. К сожалению, я не могу дозвониться в другое время к вам, не получается у меня никак. Я вам звонила, знаете, я с вами разговаривала в первый день, когда начались события на Грушевского. Тогда было 64 тысячи зрителей у вас. Я вам тогда сказала, что люди, которые на Грушевского, они смертники. И мы в этой стране тоже все смертники с таким правительством, ну и все такое прочее. Почему мне очень важно сейчас поговорить с вами? Потому что я сейчас, я вообще большую часть как бы провожу в Америке, но уже 3 месяца я нахожусь в Украине. У меня здесь 2 сына с семьей. И у каждого маленькие дети, 3-2 года. Младший сын у меня мобилизован в армию. Он вообще юрист, как бы к армии не имеет никакого отношения, кроме военной кафедры. Сейчас он находится в госпитале, но у него проблемы со спиной. Он 2 месяца был в армии, значит, в Краматорске. Там есть видео BBC, где тоже вот он есть, все эти события. Все это ужасно. Но у меня еще... Значит, чем я сейчас занимаюсь здесь, в Украине? Мы сейчас вот всей семьей
мои дети, мои невестки, мы собираем деньги постоянно, собираем вещи, мы собираем деньги и на пострадавших на Майдане, и на госпитале, на раненых. Нам же в Днепропетровск сейчас привозят раненых. И на беженцев, которые сейчас у нас здесь тоже в Днепропетровске, дети и женщины прибывают. И на бронежилеты мы собираем деньги. В общем, на все, что угодно мы собираем деньги. Вы большие молодцы. Ну. Это дело, но дело совершенно не в этом, вы понимаете. И весь город, все сочувствуют, все понимают. И все чувствуют, и много людей, особенно и молодых, чувствуют свою вину, что они не участвуют вот сейчас, вот там вот не борются. Ну, это бывает по разным, конечно, причинам. Кто ушел там сознательно, кто, значит, занимается, естественно, своими делами. Вот. Но самый ужасный для меня стоит все время вопрос, это самое главное, когда привозят сюда раненых и когда привозят сюда гробы, как вы знаете. У меня это столько страдания, у меня самый главный вопрос, за что? И почему? Почему вот это все происходит? И где наши богатые, где наши власть имущие, где эта банда депутатов, которая сидит в Верховной Раде? И меня интересует, кто мне может дать вот цифры, не потому что мне жалко этих денег, я пенсионерка. В Украине я живу на пенсию тоже своего мужа, у нас нет там лишних как бы денег, но мы, кстати, вот я и вас тоже поддерживаю, тоже какие деньги могу тоже вам перевожу. Но дело в том, что вы меня извините, эти нахлебники, эти преступники, я хочу узнать статистику, сколько они выделяют средств и сил вот именно на нашу хотя бы армию, на защиту наших детей. Я приехала, когда только в Украину, мой сын был мобилизован, я 2 дня ходила по военкоматам, по районным, по областным. У меня было одно желание — объявить голодовку и сесть там, и сидеть, и спрашивать, что вообще происходит. Люди собрали миллионы денег. Где эти деньги, я у них спрашивала, на армию? Почему наши дети там не защищены, без шлемов, без бронежилетов? И это происходит по сегодняшний день. Где все эти деньги? Мне сказали, обращайтесь в Киев. Но я же не могу ездить в Киев и сидеть под Верховной Радой. Мы что-то делаем здесь. Но вот меня интересует вопрос, где все эти богатые, Ахметовы, там, все эти бандиты в Верховной Раде, где их деньги? Я хочу увидеть, сколько они облигаций этих военных купили, чтобы поддержать эту ограбленную, измученную страну. И скажите, пожалуйста, где этот... Я скажу честно, я не голосовала за Порошенко. Я голосовала за человека, у которого не было шансов выиграть в этих выборах. Но мы ходили всей семьей, голосовали мы по-разному. Такая ситуация сейчас в стране. Но Порошенко обещал продать свой миллиардный этот вот бизнес. И я этого человека могу начать уважать только после того, когда он мне скажет, что я вот продал свой бизнес, и столько-то денег я потратил на защиту вот этих ребят несчастных, тоже смертников, которые сейчас набраны в эту армию, кто добровольно, кто недобровольно, но они не защищены. И эта коррупция, этот маховик коррупции, он продолжает крутиться в этой стране. Эти помойки в том же Днепропетровске, я знаю тех людей, которые работают на этих помойках бухгалтерами, которые отмывают деньги, это все продолжает крутиться. Как же так? Мы же, как же дальше жить? Вот я говорю, кто, пожалуйста, выясните, кто может, скажите мне, какое участие эти власти имущие, эти богатые люди, всем известно, как они ограбили страну, и кто самый богатый у нас в стране? Вот как они поддержали, как они защитили этих несчастных смертников, которые сейчас воюют там? Скажите мне это, пожалуйста. Вот это самое главное. Это прекрасно сейчас, это правильно. Нужно говорить и о туризме. Причем я еще знаю прекрасно ситуацию в Крыму. Да, все нормально, Наталья. У нас живые люди в студии, они точно так же реагируют на все то, что происходит. Вот, то есть не надо думать, что это как-то нет. Надо... Да, и туризм, и не туризм. И очень правильно, что вы позвонили. И в другое время вы говорите, вы не можете дозвониться. Но это не из-за того, что там мы не принимаем звонки. Я понимаю. Звоните я всегда. Да, спасибо большое, что... Но я считаю, что очень важно. Я считаю, что люди сейчас не имеют права находиться у власти и продолжать, как говорится, крутить свой бизнес, когда такая ситуация. Если они не принимают в этом участие непосредственно. Они там хотят, поднимают руки, хотят, не поднимают руки, ноги, не знаю, что там еще. Вот, я хочу знать,
кто принимает сейчас участие в защите людей и в защите страны. Вот это вот. В том числе и президент, и все остальные, которые тоже находятся в списке вот этих самых богатых людей страны. Я к нему на сегодняшний день не имею претензий. Я еще не знаю, что он там сделал. Нет таких у меня результатов. Но вот это вот я хочу знать. И, пожалуйста, если есть у вас такая возможность, осветите эти цифры просто, чтобы мы, простые люди, мы отдаем все, что мы можем. Я говорю, вот вчера только невестка, забитая полностью машину, 2 года ребенка, она с ребенком этим занимается. Дети мои ходят, сдают кровь, потому что именно в Днепропетровске привозят раненых, убитых и беженцев. И нет сил моих. Мой сын, кстати сказать, в 25-й этой гвардейской в Днепропетровске, он тоже мог бы быть в этом самолете. А моя сестра, родная моя сестра в Москве, мне заявляет, что она любит Путина. А другая моя невестка, двоюродного брата, голосует в Горловке за ЛНР. И я считаю, что на их руках это вся кровь. И я заявила, тоже сказала своей сестре, твой президент идет убивать моих детей и моих внуков здесь в Украине. Вот в чем дело, и люди этого не чувствуют и не понимают. Надо, я говорю, этих людей надо повезти на экскурсию в этот вот, в эти концентрационные лагеря, в этот Бухенваль, чтобы они напомнить их немножко, что такое война. Эту сволочь Жириновского тоже. Чтобы он немножко посмотрел, напомните, что происходило, что такое война на самом деле. Они, наверное, это вот чувство реальности совсем потеряли. Наталья, я даже не могу вам комментировать ничего. Это был скорее монолог. То есть, извините меня, пожалуйста. Нет, все правильно. Значит, мы обязательно это отдельным отрывком, фрагментом сегодня у нас на YouTube-канале выложим. Это ваш голос. Спасибо, что вы звоните. И, Антон, ты, по-моему, общался с Настей Станко, да, чтобы она подсняла по возможности про то, куда деваются эти деньги на бронежилеты или 565. Вообще, то есть эта тема, по-моему... Ця тема завтра буде висвітлюватися в ефірі громадського телебачення. Я скористаюся нагодою і проанонсую. Завтра після 7:00 ми поки що готуємо цей спеціальний випуск громадського онлайн, присвячений українській армії і, власне, діям в зоні АТО. Куди діваються гроші, чому наші бійці не забезпечені відповідним спорядженням, де приписані наші бійці, які, власне, воюють в зоні антитерористичної операції. Всі ці подробиці ми спробуємо зібрати для вас в спеціальний блок десь приблизно на 2 години, і він вийде завтра ввечері. Наталія, слышите нас? Наталія. Спасибо. Спасибо вам, что вы звоните. И у нас в гостях, я не могу вас не попросить прокомментировать. Вы же тоже цікавитесь цими. Хто, якщо нас цікавитесь? Можна цікавитись там вишивкою, там, цікавитись машинами, да. Це ми живемо в цьому. Да, да. Ми інтересуємося цим, це наша життя. Например, ще місяць назад, коли були... Я живу возле Днепра, и у нас постоянно война войной, а обед и свадьба по расписанию. У нас постоянно фейерверки. Я несколько ночей подряд, я и мой ребенок, мы просыпались, потому что не могли понять, фейерверк это или уже что-то худшее. Поэтому я не знаю, как это прокомментировать. Мне больно вместе с этим человеком, который это все говорил. И мы все можем сказать что-то подобное, кто-то менее эмоционально, кто-то более эмоционально, но мы все переживаем. И все... Что переживаем? Мы ревем иногда белугами на балконе, когда слышим какие-то новости. И нам точно так же страшно. Возможно, этот проект и придумался для того, чтобы... Проект «Знайдено в Украине». Да, проект «Знайдено в Украине» для того, чтобы добавить хотя бы чуть-чуть добра, потому что есть дети, и они должны знать свою историю, но в то же время они должны получить свое детство. Им нужно знать и научиться любить с этого самого детства свою страну. Поэтому я очень понимаю и сопереживаю. Вот каждый момент, который она говорила, эта женщина, я переживала вместе с ней. О чем тут можно еще сказать? Да. Может, Іванка ще прокоментує. Богдане, я перерву вас знову ненадовго. В мене є кілька свіжих новин. Перше, я пропоную вам подивитися, як народний депутат від Батьківщини Іван Кириленко на ранковому засіданні Верховної Ради заявив про рішення фракції підтримати ініціативу з розпуску парламенту. Кириленко також закликав парламент прийняти закон про люстрацію, як того вимагають громадські активісти. Я, власне, пропоную подивитись цей виступ.
який підготував Яків Любчич. Перше, що я заявляю всім депутатам від імені фракції, сьогодні на засіданні ми прийняли рішення, очікувати рішення. Ми підтримуємо однозначно ініціативу демократичних сил в парламенті про саморозпуск. Друзі, щоб не було на манежі одні й те ж, щоб через 3 місяці ми знову не побачили ті самі обличчя, які захоронені, як кажуть, преференції зайшли до залу, нам хоче необхідно виконати вимоги громадянського суспільства, яке стоїть під стінами, яке стояло на Майдані коло Молотова. Люстрація, люстрація, ще раз люстрація. Також слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу у відношенні губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У Росії звинувачують наших високопосадовців у застосуванні заборонених коштів і методів ведення війни, викраденні людини, перешкоджанні законній діяльності журналіста. Я так розумію, що це за затриманих журналістів каналу «Звізда», які є журналістами насправді офіційного каналу Міністерства оборони Росії, які перебували на території України без акредитації. Ви знаєте всі цю історію. І, власне, вчора їх передали вже на російський бік, і сьогодні слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо наших міністрів. І про міністрів хочу сказати трохи більше, оскільки окрім засідання Верховної Ради, сьогодні традиційно по середах відбувається і засідання Кабінету міністрів України. Арсен Аваков, проти якого порушили кримінальну справу в Росії, заявив сьогодні, що головною причиною вибуху на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород в Полтавській області є зовнішнє втручання. Під час вивчення обставин події, сказав він, головною причиною і головним аспектом нашої уваги слідчих органів і органів надзвичайної ситуації є зовнішнє втручання. Ми припускаємо, що вибуховий пристрій було закладено під основу бетонної опори трубопроводу, після чого сталися 2 коротких вибухи, потім великий вибух. Слідство триває, запевняє Арсен Аваков. Також Арсеній Яценюк, голова уряду, повідомив, що протягом 2010-2013 років 42 компанії, які напряму пов'язані з Віктором Януковичем та його оточенням, через рахунки, відкриті в банках однієї з держав, вивели з країни 16 мільярдів гривень. Він заявив, що ці компанії були зареєстровані на Кіпрі, Панамі, Великобританії, Сейшелах, і напряму, власне, пов'язані з родиною Віктора Януковича. І Держприкордонслужба повідомляє, що збільшився потік мігрантів з боку України в бік Росії. Є певні ускладнення на пропускному пункті Ізварине. Українські прикордонники зафіксували скупчення, близько 400 автомобілів через те, що російська сторона більш прискіпливо ставиться до всіх, хто перетинає кордон з боку України і створює великі черги. Це, власне, всі новини на цю хвилину. Повертаємося до Богдана Кутєпова і його гостя. А ти чув, що в Росії завели справу на Коломойського Авакова, да? Ні? В Росії і погрожують їм розшуком. Мені здається, що це вже така новина, ну, типу, там, так само, як Генпрокуратура України, коли малювала схему про те, там, хто вбивав людей на Майдані, то практично весь попередній уряд був там в списку. Так само можна проти всіх порушити справу в Росії. Ну, це нічого не дає, це таке. Да, так от, власне, повертаючись, Іванку, бо ми не дали навіть слово сказати, ну, розкажи взагалі, чим живеш, як ти їдеш, знімаєш відео, і що ти хочеш побачити в цій поїздці? Я хочу побачити багато чого нового, насправді. Я думаю, що якісь там будувати якісь передбачення про те, що там може чекати на цій поїздці, в принципі, і не потрібно, тому що можна там приїхати і побачити щось інше. Да. І мені здається, більш важливо взагалі бути відкритим до всього нового, до всього, що можемо ми зустріти. А з приводу коментаря попереднього, я хотіла сказати про те, що була така тенденція в січні, на початку лютого, коли всі, абсолютно всі мої знайомі на питання, як справа, відповідали, як у всіх.
І оце от як у всіх, от якесь оце от один стан, який, в принципі, ми всі разом знаходимося в цьому інформаційному полі, він зберігається. І він зберігається, і ті переживання зберігаються, і цей весь там накал подій всі спостерігають за цим. Може, зараз він трошки в буденному спілкуванні не так багато взагалі говорить, але всі ж дивляться новини і по час перевіряють. І мені здається, такий проєкт, як зараз наш, це прекрасний привід ще раз нагадати, за що ми стояли, за що ми стоїмо. Тому що отак от відкрити і знайти в Україні нові місця – це надзвичайно зараз важливо для того, щоб наново згадати, наново після цих вже цих подій, відкрити для себе Україну і згадати, яка вона прекрасна, і як ще багато чого нового в ній є і нерозвіданого. Є сторінка вашої спільноти в Фейсбуку, правильно я розумію? Так. Ого, вже 1262? Так, да, скільки було? Ну, останній раз, коли я смотрела, було 1000, це було пару часів назад. Там вже є фотка з студії. Класно, да, да. Ну, всюди, да. Окей. Ну, як звичайно, боже да. мій. Ні, я закрив, не треба було закривати, я хотів показати. Ну, ладно. Власне, там в Фейсбуку, заходьте, лайкайте. Після того, як ми показали, засвітили цю сторінку в Фейсбуку. Як завжди, алгоритм той самий. Заходите в Фейсбук і в пошуку пишете «Знайдено в Україні». Так що не треба вам ніяких спеціальних лінків на пошту, слайдів, твіттер. Просто гугліть. Гугліть і буде вам щастя. І ну, розкажіть, що ви будете там оцінювати за якимись критеріями, те, що ви будете бачити, да? Ставити якісь бали за якоюсь 10-бальною шкалою. Що це, як це виглядати? Ну, я розкажу. Хоча, якщо чесно, накал емоцій зараз, після всього того, що услышано в цій студії. Боже мій, ви великі люди, звісно. Так от, да. Это... ну, лично ви ну, да. всі тут. Да. Всі, всі ви великі люди. Всі ми великі люди. Ті люди, які роблять свою роботу, я би хотів сказати. Які хорошо, ключове слово, роблять свою роботу. По-разному. Вот. Ну, і з любов'ю, опять-таки. Так от, це буде 10-бальна шкала, і критерії оцінки, вони в цілому такові. Приспособленість, примінимість місця для відпочинку з... Дети, семья, любимые, друзья, в зависимости от того, насколько в этом месте безопасно, экстремально, смешно, весело, забавно и так далее. Дальше, конечно, наличие инфраструктуры, вода, чистота этой воды, температура этой воды. Вот. Потом ну, транспорт какой-никакой и прочее, там будет очень много всего. И еда. Также это все будет на нашем сайте, это можно прорекламировать, потому что сайт не коммерческий, он социальный, findinukraine.com.ua. На этом сайте это не будет разовым проектом на 30 дней. Там будет не только выкладываться вся информация касательно тех мест, которые мы проедем, с подробнейшим анализом сервиса, инфраструктуры, цен, где, почем можно сделать что. Вот. А будет постоянно обновляться и добавляться по всем городам Украины, где только мы побываем и кто пришлет нам информацию об этом. Ой, такий прекрасний сайт, більш-менш. Да? Вот. Да, я зараз покажу його. Бачите, такий інтерактивний, я так дивлюсь, що він... Ну, очень же красиво. Ну, так все стрибає. От про проект. Да. Да. Ні, ну фотографії красиві, да, але... Наші ну, це поки не наші фотографії, це поки... Да. Ну, наші будуть, я думаю, що... Совсем не хуже. Красиво, да? Це буде карта тут? Да, это будет карта. Я очень хочу, чтобы она была жизнеутверждающей и дающей надежду, любовь и силы. Добре. Тут є в Твіттері до нас, так як нагадую, що ви можете в Твіттері залишати свої варіанти місць, де відпочити тим українцям, які звикли відпочивати в Криму. Ну, я саме так поставив запитання, хоча, звісно, якщо є інші питання, ну, інші місця, там не море, там не гори, а просто. От, наприклад, пише Букський каньйон в Черкаській області, прямо на кордоні з Київською областю. Дуже круте. Не можу прочитати, хто це написав. GentKvGHW. Такий твіттер-користувач. Він так, мабуть, це російська розкладка англійськими, знаєте, як паролі пишуть. Треба потім буде заморочитися. Букський каньйон. Да? Маленька Швейцарія. Ну, можна подивитися, просто ввівши Букський каньйон, подивитися картинку, як виглядає. Ой. Мы не только все посмотрим, мы планируем даже приезжать в некоторые места, в которые нас позовут посмотреть. Не працює, да. Ну, тут не працює, щось не спрацювало. Ось ця картинка. Я думаю... О, нічого собі.
Це Україна, ви розумієте? Да. Ну, і ну, таких моментів. Да, ви розумієте, да, розуміємо. Да. І багато хто з глядачів громадського теж розуміють. І це прекрасно, що є такі люди, які хочуть це упорядочити, да? Тобто впорядкувати. Ми хочемо вдохновитися, якщо чесно. Як-то от так. Вдохновитися, вдохновити. Пусть Іванка скаже теж. Скажи, тепер ти маєш щось сказати, Іванко. Ну що? Значить, я тільки скажу про те, що в принципі ці всі відео, ці всі фотографії будуть весь час доступні. І от як ми дивилися на Бузький каньйон, так можна буде глянути на абсолютно всі місця, котрі ми відвідали. І мені здається, що навіть якщо хтось захоче в майбутньому повторити нашу подорож, я буду там, я вже готова це рекомендувати. Про це сам факт того, щоб за один раз об'їхати максимальну кількість України, це феноменально. Це і дорого, і довго, і, на жаль, да. Це по-разному. Кстати, прошу прощення. У нас буде одне місце, в котором 40 лет не ступала нога туриста. Вот. Поэтому... Стоп. Це інтрига. Де це місце? Для того, щоб я зараз вивів студію скайп, є глядач, і потім після скайпа, як в серіалі. Ми я продовжимо. А, ви не скажете нам, так? Не да? Можу поки сказати, так. Да. А, ви не скажете, це і так інтрига. Секрети, то... Доброго ранку. Здравствуйте. Як вас зовут і откуда ви дзвоните? Здравствуйте, Богдан, меня зовут Ольга, я звоню из Будапешта, мы с вами уже общались. А, Ольга, я вас не узнал, вы знаете, я, да, у нас ну, уже... Видите, я... Прошлую неделю вы звонили, да, да. Вы да. Преподаватель русского языка, если не ошибаюсь. Нет, я переводчик. А, переводчик. Я переводчик, да. Я невнимателен. Богдан, ну, во-первых, я хочу поблагодарить вас за то, что вы дали мне возможность высказаться. Вы знаете, многие люди искали ваш контакт, но Йован, продюсер нашего эфира, он отказался давать этим людям. Он сказал, это некрасиво. Человек, если разрешит, то мы ему дадим. Там, спрашивали меня, там, оставьте Ольге это нам, пожалуйста, мы хотим с ней пообщаться, она такая интересная. Вот. Но мы вам не... Ну, к сожалению, я хотела бы общаться с вами в прямом эфире. И я человек не публичный, поэтому... Хорошо, Ольга не дает разрешения, если что, да. Ну, да, хорошо, вы нам позвонили, расскажите, пожалуйста. Да, я хочу, если позволите, несколько минут, хорошо? Во-первых, спасибо девушкам, которые занимаются вот этими вопросами украинского туризма, это очень важно и интересно. Но я бы хотела высказаться... Вы меня хорошо слышите? Да, мы вас слышим прекрасно, и как все наши зрители. И девушки вам говорят спасибо. Темам, во-первых, вот эта тема с дещицей, которая уже немножко отошла на задний план. Ну как сказать, 1,5 миллиона просмотров. Как сказать на задний план? 1,5 миллиона просмотров за двое суток, это значит, что весь мир узнал, что о Путине думают все украинцы, если даже министр закордонных справ, да? Да, но... простите... Говорите, Ольга. Говорит, да? Да. Значит, вот в этом событии есть два аспекта. Первый – это имел ли право журналист выложить видео. Я считаю, что у журналиста даже мысли не может возникнуть о том, имеет он право или нет. От этого один шаг до самоцензуры. А что такое самоцензура, мы хорошо очень видим на примере нашего «брата», как бы в кавычках. А второй аспект – это поведение самого министра, который по определению дипломат, а для дипломата, мне кажется, недопустимы такие высказывания. Поэтому, несмотря на то, что душой я с ним, я не могу поддержать то, что он высказался таким образом. То есть он мог как дипломат поступить в этой ситуации, мне так кажется. Но это уже в прошлом, это прошлое событие. А если позволите, я бы хотела высказаться по поводу вот событий в стране, по поводу того, что происходит. Мне нужно пару минут. Ну, вы уже используете их уже, не анонсируете. Да, вы уже, да, уже да. Давайте. Значит, говорю. Народу нашему, как оказалось, свойственно, вернее, не свойственно, а у него есть три таких основных свойства. Это совесть, порядочность и
достоинство. Это то, чего народ ждет от властей. Это то, чего народ ждет от президента. Президент, тут нужно сказать еще вот что. Если до инаугурации основным законным органом был парламент, то теперь это центр власти переместил, законный переместился на президента. Теперь парламент отступил на второй план, и народ обратил свое внимание на президента. И вот от президента он ждет ответов на вот эти вот совесть, порядочность и достоинство. Это то, чего мы ждем от президента. Мне не нравятся эти разговоры о том, что давайте подождем, вот что президент сделает, дайте ему время. Но когда на работу приходит врач, он с первого дня начинает принимать больных, и никто ему не дает времени, чтобы он освоился там на своей должности. То же самое, тем более президент пришел к власти в такой ситуации, когда от него требуется реакция мгновенная. У него нет времени, ему нужно действовать и демонстрировать народу то, что он делает. Это и общаться с народом. Народ не позволит обращаться с собой как с корпорацией. Понимаете, вот то, что говорил Луценко, что президент будет относиться к стране как к предприятию, которое он сделает успешным. На предприятии хозяин с работниками не общается. Хозяин назначает директора, и директор общается с работниками. В рамках страны это невозможно. Президент должен иметь прямой диалог с народом. И этот диалог может быть выражен любым способом, который выберет президент. Он может делать заявления какие-то официальные, он может в неофициальной обстановке встречаться, скажем, просто приглашать одного оператора и высказываться по поводу событий в стране. И мне бы, например, мечталось бы, хотелось бы, чтобы президент делился своими мыслями. Мне бы очень хотелось, например, чтобы президент говорил о какой-то, пусть мелкой, каком-то мелком событии, которое он для себя отметил. Чтобы он говорил о том, кого он наградил или планирует наградить и так далее. Это первое. Второе. Так как я переводчик, я работаю со словами и со смыслами. Я все пыталась для себя сформулировать вот эти чувства, которые, например, вот Наталья, которая была в скайпе, она это очень эмоционально выражала, но не было как бы вот общего определения этим чувствам, которые испытывает сейчас народ. Народ-то испытывает чувства, политики не испытывают. У вас есть альтернативное общее определение, да, этим чувствам? Вы можете его озвучить? Да. Значит, я для себя это сформулировала. Вот все, что происходило после Майдана, все, что связано с Крымом, с Восточной Украиной и так далее, я для себя это назвала чувством национального унижения. Вот то, что все действия России по отношению к Украине, они вызывают у меня, например, лично, я думаю, не только у меня, еще у других, чувство национального унижения. Это чувство национального унижения выражается в первую очередь в подъеме патриотизма, что совершенно естественно. Но это чувство национального унижения направлено, к сожалению, не только на агрессора, но также на внутренних предателей. Угу. Надо называть вещи своими именами, надо говорить прямо. Вот то, что направлено на внешнего агрессора, оно выражается в патриотизме, а то, что направлено на внутреннее предательство, на всех уровнях, и это очевидно, это всем понятно, оно выражается в народном гневе. Вот этот народный гнев, он очень опасен для властей, и особенно для основной, вот как я сказала, основной сейчас фокус власти – это президент. Что в такой ситуации, вот как бы я думаю, что нужно делать президенту? Я очень много читаю и вижу, что вот многие говорят, президенту не на кого опереться, у него не было своей партии там, и так далее. А президенту есть на кого опереться. Есть одна очень здоровая структура в современном украинском обществе, на которую президент может и должен, ну, не должен, но мне так кажется, что должен опереться. Это Национальная гвардия, это вот те батальоны Азов, там, Днепр и так далее, которые вот на вот этом патриотизме, на вот этом народном гневе образовались, и это совершенно здоровые структуры, в отличие от других силовых структур. Кстати, у меня есть
одна рекомендация для очистки силовых структур, я ее тоже выскажу. Давайте к силовым структурам в другой раз. Только потому, что у нас в студии девушки, которым надо паковать чемоданы и уезжать. Или... Вы знаете, это очень важно. Я вот скажу только одну вещь. Одну вещь о силовых структурах. Это, ну, одна минута, если позволите. Как провести очистку? Очень просто. Это детский прием. Но мне кажется, что об этом нужно обязательно сказать. К сожалению, вот то, что говорила Наталья, к вам очень трудно дозвониться. Поэтому я скажу. Силовые структуры, потому и силовые, что они должны быть сильными не только в техническом плане, но и в просто чисто физическом. Вот нужно просто вызвать в Новые Петровцы всех генералов из армии, из полиции, всех людей, которые называются генералами. И пусть они пройдут испыты, да, на физподготовку. Пусть они подтянутся, отожмутся, пробегут кросс в соответствии со своим возрастом. Все, кто этого не пройдут, они просто должны быть уволены. Угу. Это первый этап. Это очень просто. Таким образом можно уволить 95% ГАИ. Да, да, да. Вот все, кто носят генеральские погоны во всех структурах, они это... Люди, которые должны быть здоровыми и сильными. Все правоохранительные органы должны быть здоровыми и сильными, если они больные. Хорошо. И слабые, им не место на этих должностях. Им, они не должны носить это звание. Вот с этого нужно начинать. А уж потом, вот генералы, которые прошли эту проверку, они точно так же... Да, и обязательно при участии СМИ. Обязательно. Ну, Ольга, спасибо вам, спасибо. Извините, надеюсь, мы готовы. Я еще с вами свяжусь, я вам давайте. Очень благодарна. Давайте договоримся. Мы вас наберем чуть позже. Будет пауза у нас, когда не будем спешить. Хорошо, у меня спешить, есть еще пару идей, которые бы я хотела высказать. Да, мы пообщаемся. Спасибо вам большое, что позвонили из Будапешта. Вам спасибо. Да, у нас в гостях, я нагадаю, «Разом зі мною» це слухали Лала Тарапакіна, поетеса, і Іван Как. Яковина художниця. Ну, але в нас вони в такому амплуа людей, які їдуть з 18 червня, з сьогодні вони стартують, і 18 липня ви хочете в Київ повернутися, да? Ну, так заплановано. Навколо України за 30 днів. Чи за 31. Ми любимо покупати one-way ticket, поэтому потом посмотрим. А, то есть старт точно известен, а это как получится? One-way ticket to the moon. Давайте. Розказуйте. Наостанок. Ну, я так ошарашена слегка вот всеми. То, что вы пришли, да, про это, а тут все. Нет, это... ну мы понимали, естественно, ну, куда да. Мы идем. Но просто достаточно тяжело сталкиваться каждый день вот с таким количеством эмоций и прочими вещами. Поэтому я немного ошарашена, ну, да. Ну, важко говорити після антитерористичної операції там про. Але все одно це треба робити. Я думаю, що коли будете їздити по Україні, все одно у вас. Так чи інакше розмови будуть із людьми, з місцевими. Конечно, ми готові к этому. Нам наоборот очень интересно узнать об этом. Узнать о том, что думают люди по всей стране, как они настроены, во что они верят, что они любят. Очень хочется услышать, что они еще во что-то верят и еще что-то любят. Поэтому мы будем транслировать это постоянно. И не только наши путешествия, не только красивые места. Вот, например, в Инстаграме, где можно разместить за день 10-20 фотографий, мы будем стараться знакомить и с людьми, которые есть в разных регионах Украины, и с их мыслями. Добре. Якщо є щось додати на останок, Іван. Отпускайте. Відпускати вас, да? Ви вже на низькому старті. Ну все, добре. Гарної вам мандрівки. Дякую. Будемо стежити, в тому числі, тут на вашому сайті. Обязательно да. Додавайте в закладки. Да. І френдіть, лайкайте сторінку на Фейсбуці, будете бачити там останні новини з світу. Проєкту знайдено в Україні, і я сподіваюся, що щодня для вас щось знаходитиме цей прекрасний екіпаж з трьох людей, який за місяць вирішив відправитися і проїхати 10 тисяч кілометрів, щоб дізнатися, де можна в Україні відпочивати. Дякую. Ну, так, да. Спасибо вам большое. Іванка Яковина, Лала Тарапакіна в нас на Громадському. До свидания.